Всем привет! Сегодня у нас с рыбалки приехало очень много скумбрии. Практически всю ее я заморозила, часть оставила на барбекю. И вот три штучки хочу засолить. Сегодня я покажу вам, как я солю скумбрию. Значит, беру рыбку и режу ее, чищу и режу вот так вот, как бы, как книжечку оставляя хребет, вот так вот, чтобы она разложилась. Значит, для этого нам понадобится обычная соль, черный перец, душистый перец, гвоздика, лавровый лист и чеснок. Я уже почистила. Значит, на одну вот такую рыбку, ну это стандартная какая крупная рыбка, до нее нужна 1 столовая ложка соли. Значит, перец черный, ну, черный перец я беру на глаз, и парочку лавровых листиков добавляю, вот так просто ломаю сюда же, в эту смесь, лавровые листы, стараюсь поломать их мелко. Так, соль, черный перец и лавровый лист. Вот этой смесью я солю рыбу с двух сторон, и снаружи, и снутри. Если у нас рыбка немножко меньше размера, то, соответственно, на нее потребуется немножко меньше соли. Ну, вы почувствуете, если вы один раз сделаете, вы потом уже будете знать и чувствовать количество соли, какое нужно. Она будет либо меньше соленая, либо сильнее соленая. Ну, в принципе, промахнуться, я думаю, у вас не получится. Значит, я сейчас делаю на одну рыбку. Значит, на одну рыбку я беру пару перчиков горошков, не горошков, а душистых, парочку возьму крупненькие, вот, и достаточно всего лишь одной гвоздички, вот, и это все мы ступочки разминаем. Душистый перец и гвоздичка, это я сыплю только внутрь, снаружи уже не сыплю. И берем один зубчик чесночка и добавляем сюда обязательно чеснок. Вот в этот рецепт чеснок нужен обязательно, без него, сколько я не пробовала, него не получается так вкусно. Вот он дает какую-то свою изюминку, наверное. Так, ну, собственно, и все слаживаем ее. Теперь мы берем фольгу, самую обычную фольгу, вырезаем упаковываем и прячем на сутки в холодильник, и через сутки у вас будет классная, очень-очень вкусная рыбка к столу. Всем вам рекомендую. Приятного аппетита, всего хорошего.